Александр Кагарлицкий. Россия православная страна. Проблем в ней много, мелких и не мелких. Об этом, в частности, сейчас расскажет нам великолепный Анатолий Белкин. Добрый вечер. Какие мне, однако, тут дифирамбы поет Георгий, а? Надо же. Угораздило Гета Росевича написать про Ивана Царевича. И Царевич Иван стал изрядный балван в изложении Гета Росевича. Ну, время уже довольно позднее, я буду читать темпераментные вещи и короткие. И принципиально ничего никому не объясняю, но все понятно и так. В квартире для зеркала много запретных мест. Кто пьет перед зеркалом, счастье свое пропьет. Кто ест перед зеркалом, счастье свое проест. Но хуже всего его вешать в уборный вуд. Я с юных лет люблю мыть пол. И от друзей того одним не скрою. Бывало, в ванную зашел и женский пол под душем. Мою, мою. Правительство знает надежный путь к стабильности день за днем. Народ накормить, одеть и обуть. С последнего и начнем. Выступление генерального директора АвтоВАЗ. Ну, кое-что мы все-таки смогли. И качество у нас теперь, дай бог. Вот, гарантийный срок на «Жигули» повышен с 3 недель до 4. У каждой мамаши сынок гениальный. И умницы дочки красивы, как чудо. А муж идиот. И козел ненормальный, и дети вообще непонятно откуда. Полагаться не следует на авось, запланировать жизнь не бойся. Коль не можешь жене подарить Роллс-Ройс, выбирай невесту с Роллс-Ройсом. Сравнение по знанию может помочь, коль выбрать объекты удачно. Так меркнет и первая брачная ночь в сравнении с первой внебрачной. Прием в школу. Взглянув на дочку, врач спросил мамашу: еще дебилы есть в семействе вашем? Мамаша, помолчав, спросила: шо? Нет, ничего, спасибо, хорошо. Мы, конечно, разумны вполне, но рефлексы рулят под сурдинку. Дрессировщик тюленей жене после секса кидает сардинку. Вам, сосед, вы сколько мне дадите лет? 17 дам за свежесть кожи, за милый взгляд 17 тоже, и столько же раз нет морщин, в итоге 51. Европейским послам на приеме в Кремле на десерт были поданы груши в суфле. Но бельгийский посол отодвинул куверт и не стал дегустировать нежный десерт, объяснивший на пальцах за пару минут, что он знает, чем их околачивают.
Монгол, отмечая рождение сына, у дома две елки сажает. А ежели сыну родится дубина, с корнями назад выдирает. Наверное, красивы монгольские елки. Однако скажу не по злобе, что край, где исправно рожают монголки, зовется пустынью Гоби. Из морга санитар домой вернулся очень поздно. И где ты шлялся, милый мой? Жена спросила грозно. Витек проставил пузырек, ребята поддержали. А что же праздновал Витек? А, тещу обмывали. Петров был в арифметике слабак и сдул расчеты у Смирнова Лешки. В итоге получил Петров пятак, а Лешка удостоен только трешки. Не так тут что-то, говорят друзья. Отнюдь, вы не проникли в суть вопроса. По-разному оценивал судья ответственность бухгалтера и босса. Шофер маршрутки со своей зазнобой расстался после третьего свидания. Не мог ей втолковать, как важно, чтобы стонало громко, четко и заранее. Разнообразный опыт подытожа, простую мудрость вам теперь открою. Марш Мендельсона будем слушать стоя. А марш Шопена, к сожалению, лежа. Простой ответ, похоже, не предвидя, меня спросила верная подруга. А как же слушать Михаила Круга? А Круга, крошка, будем слушать сидя. Стихотворение под девизом 18+, как говорит Георгий. Называется она «Тут это». Разговор. Тут вот такая новость, Вася. У нас тут был корпоратив, и твоя Ирка нажралась и потрясла весь коллектив. Тут до сих пор шумит народ. Да ладно, Мишка будет врать, она и в рот-то не берет. Тут это, ладно, что скрывать, жаль тебя снова. Трудное стихотворение, да, я понимаю. Родительское собрание. Только начался учебный год, и вопрос у нас всего один. Почему ваш сын все время врет? Кто же вам наврал, что он мой сын? Подруге повинилась Маша. Твой Николай, такая няша, я не смогла себя сдержать и забралась к нему в кровать. Теперь, наверное, мы враги. Тара смеялась, да иди ты, враги, и думать не моги. А что ж теперь? Теперь вы квиты. Потряс весь стадион, как имитатель Билли. Олимпиаду выиграл легко. От Билли жены, кстати, трижды уходили. Однако все ушли недалеко. Я вам честно скажу, не совру, что у лучших артистов Милана я учился по классу сопрано, и теперь все, что хочешь, сопру. Друзья позвали меня завтра на Киркорова, и в размышлении весь день терзаюсь я. Не, на Киркорова пойти, конечно, здорово, но вот лицензии-то нету и ружья. Мой общий вес 120 килограмм. На Марсе он бы был не больше трети. Я вовсе не толстяк, скажу я вам. Живу я просто не на той планете. Прочитав Кама-сутру, сантехник Скворцов стал намного культурней по части движений и логосов. И теперь без проблем посылает жильцов на нефритовый жезл и в пещеру волшебного лотоса.
еще немножко. Совсем короткие. Жизнь Онегина пошла. Карты, девки, два ствола. Все потребленные тобой калории в конце концов сгорают в крематории. Все вокруг твердят со страстью каждый день. Из века в век люди созданы для счастья. Вывод. Я не человек. От циркачей узнал я правду грустную. Теперь ее открыть придется всем. В семье Запашных братьев было семь. Остались только самые невкусные. Я шел вчера на службу утром рано и тетку повстречал с ведром уразно. Гадалка объяснила мне видение. Похоже, меня ждет обогащение. Безусловно, запрет на деление на нуль. Остальные запреты пустое. Запретили вот пьяным садиться за руль. В общем, ездить приходится стоя. Оценивший путь кремнистый и опасность здешних мест, группа умных альпинистов обогнула Эверест. Полезным вдруг окажется порой то, что всю жизнь тебя томило. Вот Маша. Подбородок в кровь разбила, а у нее в запасе есть второй. Ну что, не скажу. Айфончик подари мне, дорогой. Муж удивился и ответил грубо. Еще один? А как же тот, другой? Что значит как? Другой купил мне шубу. Вы знали подсудимого, свидетель? Конечно. Мы в Сбербанке с ним когда-то трудились. А когда? Не помню дату. В апреле или в мае на рассвете. Несколько частушек. Частушки тоже иногда пишутся, хотя я не очень это люблю. Мы у немцев на базаре покупали опели. Довезли домой по паре, остальные пропили. На 8 марта Милке подарю-ка я носилки. Вот на них-то милую я и изнасилую. Ну и, наконец, несколько дописываний классик. Вот перечитывая Пушкина. Конец испортилась погода. Сегодня, завтра и вчерась весны ждала, ждала природа. И ни хрена не дождалась. Еще одна тема Пушкина. Я уточнил известный стих. Богат, хорош с собою, Ленский, с рабочей визой шенгенской, везде был принят как жених. А вот перечитывая Брюсова. Помните, у Брюсова есть такое стихотворение знаменитое. Юноша бледный, с обзором горящим. Помните, да? Юноша бледный, с обзором смущенным, слушай совет напоследок нечастый. Запах подобного одеколона сразу в тебе выдает педераст. Поставлен ОМОН на пути гей-парада. Задачи свои он исполнил как надо. Итог оказался печален и жалок. Украли 15 резиновых палок. Жена приказала мне вынести елку. Я долго старался, однако без толку. Ну как ее вынести? Слабый балет, убогие тексты и голоса нет. Ну и совсем последнее, буквально позавчерашнее. Иванушка
с детства о брате мечтал. Сестрице все уши о том прожужжал. Отказывать братцу сестре не резон. Теперь у Ивана есть братец Алён. Спасибо, друзья. Я с большим удовольствием приглашаю тем, кому нравится.